представляем вашему вниманию невероятно талантливого героя рубрики «Маленький герой имя такси» Ирхана Шакирова. Ирхан родился 7 декабря 2011 года, учится в гимназии, перешел в 5 класс. Этот маленький борец с жизненными трудностями, несомненно, заслуживает нашего восхищения и поддержки. Его увлечения очень разнообразны. Ильхан занимается бочей и плаванием, активно развивая свою физическую силу и выносливость. Никакие трудности не мешают ему двигаться вперед и ставить перед собой новые спортивные цели. У Ильхана прекрасная семья, которая всегда поддерживает его начинания. У него есть старшая сестра Бута, заботливая мама Лейла и заботливый папа Кайрат. Ильхан любит петь, а также он большой ценитель и любитель театра. Он регулярно посещает дворец школьников, чтобы развивать свое актерское мастерство и вокальный талант. Этот маленький герой обладает искренней добротой и любит общество. Он всегда рад проводить время с детьми, играть и учиться чему-то новому вместе с ними. Его фантазия безгранична. Любимое занятие Ильхана – строить из конструктора разнообразные замки, корабли и ракеты. Маленький герой Ильхан Шакиров вдохновляет нас своим оптимизмом, талантом и умением радоваться жизни. Мы гордимся такими яркими и талантливыми детьми, которые делают мир лучше своим примером и улыбкой. Поддержим Ильхана лайками и желаем ему дальнейших побед и успехов во всех его начинаниях.